Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freestone Games, и мы продолжаем с вами Звездные войны, Галактика Героев, Великая Арена, и у нас сегодня мелкий. Для начала, да, по старой доброй традиции мы, наверное, зайдем, посмотрим, что по мелкому, да, есть какие-то изменения или нет каких-либо изменений. На данном этапе мы видим, что по звездам пока никуда ничего не сдвинулось, ну а как оно сдвинется, когда времени прошло всего ничего? Там сколько? Один день, да, прошел. Но в любом случае у нас уже имеется тир на КЛС-а. Вот тебе, пожалуйста. И давай вообще, в принципе, посмотрим, что у нас по паку повстанцев. Я точно знаю, что у нас нет человечка, которого зовут такой волосатый, весь красивый, прикольный Чубака. Его, к сожалению, пока нет. Давай я сейчас перейду к повстанцам и посмотрим. У нас есть непосредственно КЛС, Хан Соло, Трипио и Чуя опять же есть, Ситрипио и Чубаки нет. И Дзет, естественно, определенного количества нет. Хорошо, хорошо, то есть плохо, но тем не менее, в любом случае продвигаемся, как иначе. Что по кораблям? По кораблям пока пуст. По кораблям, подожди, а сегодня же понедельник. Сегодня вроде как... А, нам вроде как не хватает еще звездности у кораблей, да? Ну-ка, подожди. Да, нам не хватает... Нам не хватает еще кому-нибудь звездочки. То есть это либо Боба, либо Боба 765. Либо это непосредственно ты. А кто ж поближе-то будет? 13 из 65 тоже достаточно далеко. Вейдер. 4,65. Далековато, да. Да, Зетка пока что, к сожалению, нам не светит. Что по осколкам на крупных кораблей здесь у нас нет. Здесь, возможно, скоро будет. Сюда. Здесь нам не хватит просто силушки взять что-нибудь. Хорошо, ладно, допустим. Быстро забегу в магазин поставок, куплю еще одну Зетку. Так и не придумал я пока еще все-таки кому дать. Еще надо покумекать хорошенько и в дальнейшем уже решать. Скорее всего, Зету надо давать в упор все-таки на выгоду от для Великой Арены, да, потому что это все-таки кристаллы, как ни крути. Поэтому, возможно... Возможно, это будет Вейдер. Потому что он, в принципе, сейчас уже с резней играет неплохо, да, все хорошо, но... он не снимает инвиз. Там он будет начинать снимать инвиз, что будет крайне полезно. Поэтому, скорее всего, это будет Вейдер. Короче, на втором круге уже точно узнаем, кому дадим Дзету. А в соперниках у нас No Skills. Но это прям мое отражение, да? Давай посмотрим, что у него. На первый взгляд, особо проблем быть не должно. Здесь я вижу, что все хорошо для нас. Здесь тоже все хорошо, на флоте пока не ясно. Следовательно, у меня есть три пачки, с моей основной, да, то есть это опять же Мотма, это опять же Империя, Вампа, ну там еще КЛС, еще кто-то есть. Следовательно, давай мы, наверное, здесь для начала разберем все это через Мотму. Почему через Мотму именно? Потому что с ней получится просто-напросто чище. Я, по крайней мере, на это очень сильно рассчитываю. Можно дать... Лэнда, наверное. Лэнда. Или Бикс. Наверное, все-таки Бикс. С заливкой шкалы хода он будет здесь, наверное, поинтереснее в данном случае. Но это не точно. Опять же, данные видосы я буду, если лепить, то только к основе, да, то есть я не буду его приклеивать к Тохе, потому что иначе там видос получится супер длинным. Лучше делать одно дополнительное короткое видео, чем делать большое там часовое и больше. Так, подожди, мне это не нравится, ну-ка, нахер. И что? Ну что, пацаны, ну ничего вы не сможете мне сделать. Я хотел немного другое слово использовать, но думаю, да ладно, промолчу я в этот раз. В следующий раз обязательно скажу. Не знаю, правда, когда, может на Тохе, может еще где-нибудь. Так, хорошо. Да не, мы его пробьем.
Был бы он пожирнее, тогда, возможно, были бы у нас трудности и проблемы, но на данном этапе никаких проблем у нас нет. А, ты еще решил разок сходить? Ну, молодец, 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 красава. Вообще, на самом деле, по факту, наверное, следовало бы идти в первую очередь теми пацанами, которые зачищают в одно рыло, да? То есть это Вампа, это Вейдер, и потом уже использовать какой-нибудь пак, который просто это делает чисто. С другой стороны, нам ничего не мешает, ну, и поменять местами, да, чтобы... Так, 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 так. Подожди, а эта хрень у нас, по-моему, обилка еще не открыта, да? Поэтому... Так вот мы сделаем. Вот. С другой стороны, если мы поменяем это местами, то, следовательно, ничего, опять же, от этого не изменится, да? То есть сумма слагаемых в любом случае останется суммой слагаемых. Так, сюда, наверное, дам. Бляха, ну вот скорости, малеха, не хватает дать захват? Ага, тут еще и запрет, ну круто. Хорошо, что хоть в инвиз ушел. Угу. Да ну ты брось, ну как он у нас... А, когда-нибудь мы поборем с проблему с флотом, конечно же, но пока, к сожалению, нет. Я дам захват, просто чтобы была провокация для дальнейших манипуляций. Здесь я тебя выстегну. Вот этого дурачка надо выстегнуть. Он сейчас как даст массовку. Нет, не даст массовку. Отлично. Так, а ты у нас что делаешь? Напомни, отрицательные эффекты. Давай, наверное, вот так сделаем. Потому что в любом случае его будут бить. Потому что он танк. Да еще и с провокацией. А на Веджи было ошеломление. Мне это не нравится. Давай сделаю вот так. Да, стерв... Ох ты ж, бля, пильщики. Пильщики, это, конечно, хреново. Они же тупо будут коцать и снимать стяги. Да, сколько там мы потеряли? Сколько? 66. Два стяга мы потеряли. В принципе, для флота в нашей ситуации это выглядит весьма-весьма неплохо. Далее у нас идут, опять же, Империя. Траун, Палпатин и Темный. Траун, Палпатин и Темный. Весьма интересный пак. Я, наверное, закину туда Ах-Раскол. Ах-Раскол. А вот Раскол, это, кстати, не есть хорошо. Это не есть хорошо. Угу. Можно было бы дать туда КЛСа, быренько вырубить Трауна. Но, опять же, КЛСа с кем? КЛСа вот в таком составе. Бляха, ну это может не совсем чисто получиться. Я бы даже сказал грязно. Опять же, у меня есть Ирхан. Он может тут подсобить маленько. Хорошо. Так, тихо, подожди. Так. Это понятно. Это понятно, без этого никак абсолютно. Возможно, с Вейдером это получилось бы чище. Ох ты ж, ёжик, а вот этого я от Темного не ожидал. Надо будет подкачать немного пацанов, для того, чтобы они были помощнее. Ладно, хорошо. Далее у нас последний пак, и это... А, вот светлые, смотри, как удачно, как хорошо, что я сэкономил вампу. Не, надо было все-таки, наверное, Империей заходить, либо Вейдером в соло, либо все-таки уже фуловой Империей, то есть это Палпатин, Вейдер и кто-нибудь еще. Тогда бы мы сэкономили на стягах. Опять же, мне кажется, что данный парниша нам особо ничего не сделает и угрозы для нас не представляет. Но надо более глубоко изучить его склад. Возможно, я ошибаюсь. Допустим. Допустим. То есть у нас одна чистая битва, одна битва в Соляново.
и немного грязи. 840, при условии, что 844 это типа когда все чисто ты набираешь, да, то получается, что мы 4 стяга похерили. Окей. Окей, давай посмотрим, что же у него по складу. В первую очередь меня интересует флот. Флот у нас закроет беспроблемно. Далее, что у него по пешке? У него есть... так, подожди, вейдера мы высекли. То есть, получается, он иденверсию, скорее всего, берет в атаку золотых фениксов. Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и непонятно кого еще. Но я думаю, что нет, вряд ли у него получится чище, чем у нас, но на будущее надо сделать все-таки себе пунктик, не сцать и больше заходить все-таки в Солянова, в одно рыло для того, чтобы получать больший профит, потому что, в принципе, играть от дефа, играть от атаки, да, то есть просто закрывать соперника, это достаточно-таки легко, да, это достаточно-таки просто. Сложность как раз-таки заключается конкретно в том, чтобы делать это все максимально чисто, то есть игра на стяге, как раз-таки с игрой на стяге у меня определенные трудности. А почему у нас здесь 9600 и... А что у нас покупается, что не покупается, надо будет у Тохи уточнить. Вот. Далее, что касательно завоевания. Скажу честно, что у меня не было времени ни на свое завоевание, ни на завоевание мелкого. На основе у меня отыгрывал Тоха. А я сейчас перейду, подожди. Залетел на основу, чтобы просто так тоже языком не трепаться, сразу показать, что к чему. По завоеванию. Седьмой сундук есть. Ну, в принципе, все получилось достаточно неплохо. Седьмой сундук уже не первый день. Чем я занимался? Прокачивал датакроны. То есть сейчас я уже Энку только за 100 могу покупать. Соответственно, я этого делать не буду. Немного качнул датакронов. У меня есть, давай я тебе продемонстрирую. Первый, он предназначен больше для охотников, да. То есть, опять же, здесь, когда здоровье союзника из фракции охотник за головами впервые опускается ниже 50%, он получает невосприимчивость к урону на один ход и усиление краши здоровья на 2 хода. А также бонусная механика на эмбо. Буду ли я ее менять? Возможно, буду. Опять же, на кого? Потому что, если мы зайдем сюда, мы тут увидим... из охотников кто? Эмба, Грида, Аура Син, Кэт Бэйн, Крысантан. Короче, все те, кого у меня нет просто-напросто, да. Единственное, что вот Кэт Бэйн наносит на 5% больше урона за каждый уровень усилителя реликвии, имеющийся у всех союзников в начале боя. Вот это на самом деле круто. Вот это я бы, наверное, поймал, потому что все остальное мне не подходит. Далее у меня следующий датакрон идет на первый порядок, да, то есть это опять же идет, когда здоровье союзника падает ниже 50%, получает невосприимчивость к урону и один ход для усиления и на один ход и усиление краши здоровья на 2 хода, а также непосредственно бонусная механика на верховного лидера Кайло Рена. То есть, когда он находится в ячейке лидера, когда союзник из первого порядка получает преимущество, а он будет получать его на постоянной основе, верховный лидер Кайло Рена получает плюс 3% к атаке, суммируется до конца схватки. То есть, по дамагу будет разгонять Кайло по самое не балуйся. Можно ли это поменять? В принципе, можно. Есть у него еще вот данная, как это сказать-то, особенность, не особенность. Есть выбор еще, когда Кайло Рен получает физический урон, отражает 20% полученного урона обратно от атакующему. Этот урон не может убить врага. В принципе, это тоже неплохо, неплохо. Вот, но у меня как раз таки качается параллельно еще один датакрон по первому порядку, то есть тут также, опять же, невосприимчивость к урону. Плюсом на следующем завоевании еще все-таки качну, посмотрю. Возможно, поймаю вторую особенность для Кайло Рена. Посмотрим, что из этого получится, какой датакрон все-таки будет лучше и интереснее. Что касается еще... опять же первого порядка, да, то есть тут есть, когда штурмовик первого порядка впервые имеет меньше 30% здоровья, этот персонаж снимает все отрицательные эффекты, восстанавливает 40% здоровья и делает дополнительный ход, не понимаю, зачем это надо. У Хакса, вот у Хакса, кстати, неплохая обилка, то есть если в начале боя верховный лидер Кайло Рен находится в ячейке союзного лидера, а все союзники из первого порядка, генерал Хакс получает доминирование в начале каждой схватки и в начале каждого своего хода.
Вот, то есть доминирование, в принципе, штука крутая достаточно, при этом доминирование будет работать, когда верховный лидер Кайло Рен находится в ячейке лидера. Вот, то есть это круто, вот это можно попробовать поймать. На Фазму неинтересно, скажу честно, штурмовик ситхов тоже такое себе, палач первого порядка. Тоже такое себе, то есть, в принципе, вот Хакса я бы еще поймал, либо вторую обилку на Кайло Рена. Ну, в принципе, можешь еще в комментариях написать, что к чему, какие датакроны считаешь более такие перспективные, да, вот именно по охотникам и по непосредственно первому порядку. Что касательно моих охотников, то у меня все тухленько в этом плане. То есть мы здесь можем увидеть только Кэт Бэйна, который плюс-минус будет опять же отыгрываться. Грида, Аура Синг, Эмба, Крсантан, они у меня, к сожалению, никакущие. То есть подгонять их под датакрон нет ни времени, ни какого-либо желания. Следовательно, если ловить, то поймаю на Кэт Бэйна, надеюсь. Потому что сколько бы я ни крутил, у меня все время попадается хуета какая-то полная и не то, что мне нужно. Далее, Мара Джейд у меня вышла уже на финишную прямую, да, то есть она уже рвется просто к реликам по самое не балуйся. После чего, опять же, переключусь на Кайла Катарна. Там Дарт Талан не так далеко. Ну, хотя никак не так далеко, это еще 105 осколков. В принципе, далековато, но тем не менее. Короче, все движется к получению Старкиллера, да, и будет видео, конечно же. Потому что спрашивали в телеге, будет видео или не будет. Будет, конечно же. И последняя из новостей, которая в телеге была, а на ютубе еще не было. Это я нарыл себе более быстрый модуль. Вот он у меня, 28 скорости, да. То есть пока что это мой самый топовый, самый быстрый модуль. Надеюсь, что когда-нибудь будет все-таки 30-й. Есть у меня одна идейка, затейка, но... Не знаю, как ее реализовать, это будет просто крышесносно в том плане, что я заебусь это делать. Но я попробую. На этом у нас все, я пошел на Тоху, хотя я не знаю, видео в каком порядке будет выходить. Ну а ты пока подписывайся на YouTube канал, на Telegram канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.